И всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Plain Games. И сегодня мы будем играть в Нути. Ну вы, наверное, все знаете, он Нути, даже объяснять надо, это что-то типа... Да ё, чё у меня творится? Вы смотрите, мне что-то типа, я начал записывать видео, короче, ладно, всё. Типа они еще. Давайте я лучше вот на вот перезайду. Так. Вы сейчас на кого-то спалили? Да, я знаю, вы это сейчас спалили. Это сейчас спалили, мне чуть-чуть стыдно. Мне прям чуть-чуть стыдно. Так, а почему у меня 10? Почему у меня 10? Стоять, у меня на балансе же было 20. Какого хрена? Ладно, допустим, будем играть с 10. А почему? Пацаны, что-то тут не так. Раздача, спасите. Не, почему? А что за хрень? Ведь у меня было на балансе 20, как бы. Где автомобили? Сейчас мы выберем. Короче, что-то за хрень. Будем сегодня поднимать. Даже сегодня вроде эту награду уже получал. Зачем мне еще раз получать? А, нет, что за... За хрень, вы же сами, блин, а почему у меня же было 21.55 до начала записи? Так, что еще? Больше всего. Ну, давайте, первое, что мы начнем, 1 на 70. Берем. Так, ставим. Нажимаем больше. Как раз надо долго вот так вот дойти. Если баланс увеличится, тогда мы выиграли. Ну-ка, я не знаю, мы, наверное, тут, не знаю. Просто тупо рандом, это ничего не построено, даже есть такие фильмы, типа, показывают. Так, все, теперь выбираем больше. Не знаю, выиграем ли мы сейчас или нет. Мне кажется, что сейчас мы должно дать. Даст или нет, я не знаю. Даст? Да, все хорошо. Подняли чуть. Так. Давайте, наверное, меньше теперь. Так, пока что поднимаем. Давайте до 14, давайте хотя бы до 15. Потом попробуем 2 на 33. Ну, если, конечно, будет сейчас проигрыш, то что может быть и там проигрыш двойной. Поэтому лучше так не играть. Просто сейчас можно все быстрить, а я хочу хотя бы подольше поиграть. Давай, нет, мы тут проиграли. Угу, давайте попробуем. Если она нам проиграла, то давайте больше, да. Попробуем больше взять. Давай! Возможно, выигрыш 1 рубль 43. Ну, мы потом уже ставочки увеличим. Пока осталось 12 рублей. Будем понимать, хотя бы просто тут вывести. Тут не ограничено. Тут я могу хоть 12 рублей вывести. Ну, что эти 12 рублей? Зачем они мне? Опа! Она залетела. Хорошо. Давайте я делаю тогда. Попробуем, знаете. 2 на 33. 33.3. Я, конечно, не знаю. 6 рублей мы можем выиграть, если... Ну, давайте подумаем. Если, смотрите, надо думать логически. Если меньше, то, пожите. Больше. Наверное, я не знаю, правда, но... Я не знаю, наверное, проиграем. Если выиграем, то будет вообще шикардос. Проиграем, ну, не очень будет. Дай, пожи. Давай, пожи. Дашь? Нет. О, пацаны, хорошо. 17 уже. Так, закрыть. Нормально, пацаны, хорошо. Нормально, эти. Чё за... Пацаны. Ты, конечно, еще бонус. Сейчас, короче, я еще бонус получу за вступление в группу. Там еще, наверное, рублей, не знаю, 6. Я могу прямо сейчас это вывести, но нет. Я буду играть до 50, когда я подниму. Просто я на эту группу уже подписан. Я не знаю, что они тупят. Получить просто эти бонусы уже получал, как бы. Давай, сколько там дается. Я же говорю, я уже получал бонус. 17 рублей.
То есть 2 на 33 пока что играть не надо, потому что сейчас слив. Сейчас будет слив. Берем, да, давайте 70. Давайте. Не, давайте 70. То давайте. Наверное, нужно играть на больше. Пока что будем так. Поиграем так чуть. Сейчас мы должны, короче, затащить. Будем, короче, до 50 рублей поднимать, потом выведем. Так, что это было? Так, хорошо, мы выиграли, да? Да, мы выиграли. Давайте попробуем еще раз больше. Ну, сейчас он 100% не даст. Просто сейчас. Просто ставить так, просто то, что он сейчас почти 100% не даст. Сейчас не даст, и мы попробуем. О, дало. Ну, нормально. Не, сейчас не надо лучше играть на 20-33, а то он не даст на 2-33. Давайте можно, в принципе, попробовать. Можно, в принципе, попробовать. Давайте 2 на 55. Попробуем так и на меньше. Ну, я так просто попробовать. Не знаю, я даже не знаю. В принципе, тут можно вообще поднимать тупо. Сейчас должно быть 20, если мы выиграем. А мы не выиграем. Да? Или мы просрём? Ну, 2 рубля. Давай до 21. Мы просрали. Давайте теперь 1 к 70. Ой, 1 к 70 будем играть. Ну, просто 1 к 70 хорошо дает. Теперь будем окупать эти 2 рубля, которые мы просрали. Давай. Ну, так, 16, 28, давай. Давай. Ну, дашь? Я не знаю. Сейчас он должен дать. Прям должен дать. Дал, хорошо. Теперь давай попробуем на 2.33. 2.33 и 3. 33 и 3. Должен дать. Давайте на меньше. Блин, зря я на меньше поставил, нужно было на больше ставить. Даже если выиграю, на балансе будет 22 рубля, да? Да, на балансе будет 22 и 72 копейки. Ну, выше это вряд ли, потому что лоханулся, но нужно было на больше ставить, потому что он сейчас на маленьком не даст процентов. На меньше он не даст, да, он не даст на меньшем, так что это было. Господи, что за хрень? Нафиг контакт мне вылетает. Сейчас он не дал, будем опять окупать. Вот так вот будем играть. Так вот, нужно вот так, это такая тактика. Тактика. Давайте. Нужно было, я же говорю, нужно больше. В следующий раз нужно будет на больше играть. Так, 471 должен дать. До 15. Давай. Дашь, нет, я не знаю. Дашь. 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 Ну. Нет, он, наверное, не даст, потому что. Нет, он должен дать, потому что на больший. Хотя 1.43, но должен дать. Прям обязан. Обязан чувак дать. Обязан. Дашь? Дашь. Нет. Сейчас мы, короче, должны. Берем 3. 3 берем. Да, берем 3. И берем 33. Хотя, внимание. Берем больше. Сейчас просто должно фартануть. Должно фартануть. Фартануть, пацаны. Просто должно. Не фартануть. Вот сейчас должно. Теперь берем ставочки побольше. 4.33 берем. Ставим опять на больше. Должно. Потому что было уже слишком много сливов. Почему так много сливов? Я не буду на ва-банк играть. Не надо лучше ва-банк играть. Я вам не советую играть в ва-банк. Должно дать. Давай, 22, давай. Дашь? 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 Нет. Ну? Не дала. Как? Чё? Я не знаю, пацаны. Давайте еще раз больше. Чё он не дает? Должно. Ну, я не хочу так быстро. Все равно эти деньги я сюда пока не ложил. Дало. Хорошо. Нам это обязано было дать. Может, еще раз нет. Лучше не больше так не рискать. Я чуть не ушел в банк. Давайте. Просто, ну, как-то, вы знаете, можно покупать всякие эти, но я их не решу, я их не буду покупать. Просто давайте до 20 добьем, а давайте. 15 выиграли, хорошо, теперь давайте на меньше ставим. Просто то, что зависит от рандома. 2, ну, короче, если 3 раза подряд мы просираем, просто ставим. Да, нужно тут, просто там не надо лучше. Выиграла? Нет, просто дали, нормально. Ставим, не, ну, надо было меньше дать. Надо было меньше, наверное, давать. Потом можно попробовать.
Больше. Так, 3 раза больше уже подряд. Нет, он сейчас не даст. Он, по идее, он не должен дать. Ну что, 3 раза подряд. Ну или он сейчас просто тупо обманет и скажет нет. Нет? Нет, 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 нет. Вы чё? Сейчас это меньше. Прикинь, человек хочет так. Не, я так вынимать не буду. Что-то как-то много винов идет. Я чувствую, сейчас будет много винов, а потом, короче, будет слив, 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 слив. Так будет до конца, короче, солью все. Ну давай. Дашь опять? Просто давай, давай, хорошо. Дашь? Да, да, чего? Чё, как он? Давайте бу. Чё я просто, как я угадываю? Прошу, я просто тупо сейчас почти до 20 поднял. Просто на нвуте реально поднять до хрена. Поддал он, позже я не умею. Я не... Опять дал, чего? Да ладно. Чего просто? Я не знаю. Чего? Он дает прям. Да ладно. Вообще, увидели хотя бы сейчас проигрыш один? Да ладно, сейчас еще раз даст, да? Нет, все. Берем на больше. Сейчас он, по идее... Если он сейчас вам... Если он должен сейчас... Давай, слив, слив. Пожалуйста, слив. Я потом попробую сыграть на 2.33. Давай, слив. Слив дашь? Слив, слив. Ну, ё. Так, попробуем-ка мы на меньше теперь сыграть. И сейчас он как-то на большую. Сейчас он как на зо на большую даст. Сейчас он как на зо даст на большую, да? Да? Давай поже... Давай, 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 давай. До 17, давай до 17 добиваем. В принципе, тут вообще тут можно добить. Ну, давай. Нет, мне надо потом играть на 2.33. Просру. Ну, чё? Есть, нормально. Сейчас можно попробовать. Можно, конечно, попробовать. Нет, лучше не надо. Буду лучше до слива втянуть. Давайте попробуем опять меньше. Я, короче, просто в этом видео хочу 20-ку набить, а в следующем я хочу добить где-нибудь 50. Сегодня я точно 50 не добью, потому что сейчас... Дала? Дала, нормально. И давай больше. Ну и давай. Давай, добиваем до 18. Может, дай позже слив. Просто я хочу потом на 23-3 сыграть. Просто, блин, если так буду играть, этот же, блин, год пройдет. Когда я буду так до 50 добивать. Дашь? Дал, да пацаны, чего, хорошо прям. Он прям, знаете, он прям хорошо дает. Давайте это попробуем, рисканем. Рисканем, Нет, давайте лучше не будем рисковать. Лучше рисковать мы не будем. Давайте на меньшую. Короче, я просто так поднимаю по 50 копеек. Буду, поднимаю, поднимаю так по 50 копеек. Он, конечно, будет долго поднимать, так и до 50. Тут, ну, тут нету суммы вида. Тут сколько хочешь, только и вы, поэтому... Ну, я не буду 20. Опа, она дало, хорошо. Давайте опять на меньшую. Дало. Нормоз. Давай, дашь? Дашь, чувак? Сейчас просто у меня сейчас 19 уже рублю. Давай, дашь? Дашь? Как только будет 200 подписчиков, мы на крупную сумму уже будем играть. И, ну, конечно, на час заброшку пойдем. Слив. Давай слив уже. Потом пока хочу на 2.33 сыграть. Дал? Дал. Давай на меньшую опять. 3 раза. Нет, можно большую. Больше. Есть, все больше. Есть, что если бы я нажал меньшую? Я бы выиграл или проиграл? Сейчас. Ну. Так, ну, конечно, сейчас, наверное, ставочки уже увеличу. Просто я так буду год реально играть, если по рублю и 70% шанс. Ой, да. Ой, молодец. Попробуем, пацаны. Попробуем 2.33. Что рублей будет, если... Давайте на меньшую. Я не знаю. Я не знаю. Это просто как Невути решит, даст. Даст ли он мне? Дашь? Да блин, ну надо было на большую. Да просто я когда ставлю на меньшую, он просирает. На 33. Блин, я забыл еще ту точку 3 добавить. Дал! Хорошо. Он дал. Он дал. На балансе 23 горит. Так. Теперь я еще не прям. Я хочу прям сегодня
добить 50-ку и вывести. И посмотреть, придет ли мне. Ну, придет, потому что многие ютуберы играют прям. Некоторые вообще срубают бабло по полной. Ну, я так. Тут чуть-чуть поиграть. А то попробую 4 на... О, 4 это будет уж слишком... слишком рискованно играть. Ну, можно будет попробовать. Если просто идет тупо один выигрыш, то можно будет попробовать 4 на 33. Можно. Давай, дашь. Дал. Так, что будет, если 4 на 33? Это какой будет у нас выигрыш? Ну-ка, нужно поглядеть. 4 на 33, 12 рублей. Можно попробовать. Давайте на больше. Я попробовал. Либо я сейчас солю 4, либо я сейчас подниму 36 рубликов. Там остается 14 до 50. Ну, дашь? Да, это если он даст, это будет чудо. Дашь? И не даст, да? Не, да. Е, пацаны, чё, просто он дает. Дает. Нормально. Офигеть, нормально, хорошо. Так, это уже интересно. Значит, вначале начинал с 10 рублей играть. Нормально. Очень хорошо. Короче, мне прям остается прям чуть-чуть до 50 рублей. И все, на 50 рублей остановлюсь и выведу деньги. Давай. Дашь? Должен. Дает, я не знаю, что происходит с ним. Он просто дает. Он просто через каждый дает. То есть у меня вины почти каждый раз. То есть он мне вообще... Просто только вины. И сейчас такой проигрыш, да? Потом можно после проигрыша, может быть, попробовать сыграть опять на... Это будет тупо, если я солью. Я не буду на ва-банк играть. Дашь? А он опять дает. Давайте попробуем. 33. Попробуем. На меньше. Должны, не знаю. Если мы выиграем, у меня уже будет 41, там всего 9 рублей добить. И все, я вывожу. Нет, не дал. Обосрался. Попробовать еще. Давайте на больше попробуем. Я рискую, но сейчас у меня будет уже 26. Я слил. Я сливаю чуть-чуть. И сейчас у меня... Ну, сейчас, короче, сайт будет забирать. Да, он забирает. Так. Буду сейчас настаивать. Сейчас, если он третий раз плохо даст, я буду на 5.33. И там уже будет нормально давать. Сейчас должен третий слив быть. Третий слив, все. Сейчас, короче, я делаю 5... И 33. Сейчас должен дать. Большой должен дать прям. Давай. Ну, должен ты большую дать. Третий слив уже подряд. Да вы чё, с ума что ли сошли? Давай. 5.33, давай. Давай. Дал! Ну, я же говорил, даст. Ну, он дал. Мальчик дал. Все. 16 рублей остается. 16 рублей. Опять играю на 1,70. Как видите, поднять можно. И это поднимать без каких-либо. Просто берешь такой себе денежки. Манишь бабло. Ну просто я в эту фигушку играю уже много. Это месяцев. Много месяцев дало, да? Да, он дал. Давайте еще раз большую. Сейчас и просто давайте сейчас, короче, подниму. Как если идет, короче, 3 вина подряд, 3, то есть 3 проигрыша подряд, то должно прям дать. Потом следующим. Это я играю по тактике 1.70, и потом через это проигрыши я делаю 33. 33 оно очень хорошо дает, а оно 5 дало. Сейчас должна меньше дать. Ну, сейчас должен. Давай, еще, короче, 35 рубликов будет светиться у меня на балансе. Короче, с 10 рублей. Даже не с 10 рублей. С 5 рублей. Да, с 5. Нет, он не дал. Вот сейчас, короче, берем 2. 33. Должен.
Да, и сейчас нужно было больше. Он сейчас будет мне на меня на это на большие разводить, да? Либо 39, либо 31. Лучше 39. Я говорю, да, лучше 39. Ну чё? Даст, нет? Нет. Угу. Берем, значит, больше. Он сейчас, короче, 2/3 слив, и потом я, короче, ставлю 5/33, и все, и будет вообще хороший выигрыш. Давай. Или он сейчас просто вин даст, и я потом не смогу на 5/33. Давай, давай проигрыш, дай проигрыш, дай проигрыш. Ну да, ну дай проигрыш, пожалуйста, давай. Потом просто на 5/33 забираю. Давай. Давай. Ну, ну, дашь. Он мне сейчас вин падал даст. Нет, все хорошо. Ставлю 5/33. Игру 15. Давай, должен дать. Давай, 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 пожалуйста, пожалуйста, чувак, он не дает. Увеличиваем. Давай тогда сразу 10/33. 30 рублей сразу. Ставлю больше. Давай, и все, и на этом видео закончится, давай. Давай, давай, решающий, решающий. Чё? Да подожди, да ладно. Да вы чё, блин, творите? Вот и всё. Сейчас сосолю, у меня будет на балансе 3,9, да? Ну, я слил, короче. Нет? Или слил? Слил, всё. Я так и знал, короче. Эх, эх, а сначала так хорошо шло. Ну, или я не слил. А чё он только эти дает? Какого хрена? И сейчас он... А чё так много этих проигрышей было? Я не понял. Не отдало. Он не хочет, чтобы я уходил. А я отсюда и не уйду. Я буду играть. Так вот, буду на меньшую. Попробую просто сейчас опять с 11 рублей подниматься. У меня же было. Я сейчас, короче, на полной ставке буду играть. На полной прям буду играть. На полной ставочке буду играть. Ну и пофигу слил, потому что сейчас все равно эти... Это бабло я не вложил сюда. Слил, все хорошо. Ва-банк идем. Ва-банк, пацаны, идем. Ва-банк, а? А? Давай, давайте не будем лучше ва-банк. Шучу, значит, он мне дал большую. Наверное, сейчас будет большая. Я все слил. За что? Так, короче, это сайт дает, а потом хрень какую-то. Ну вот и все, слил. Слил. А, пофигу на меньше. Все, слил. Или он сейчас мне даст, или нет, потом я в ва-банк пойду. На 20. Просто мне уже пофигу. Ну. Ну-ну-ну-ну. Все. Чё, пацаны, ура, мы слили. Ну, хочешь, ну, на этом, кстати, можно, но, как видите, я сам, дурачок, играл на 33. Ну, я сначала поднял, потом я заигрался слишком на 33. И все, я слил. Ну, хочешь, если хотите таких еще видео, то пишите мне в комменты, и мы будем еще играть. Ну, что ж, с вами был Blin Games, и всем пока-пока.